We bought this in Lazada. This is actually from China. This is Dimitri's gift for my birthday, by the way. Ta-da! Very fun. So cute! 1, 2, 3, go! You are my sunshine, my only sunshine. So small. Jared, it's happy birthday. $30 ukulele, guys, from China. Made in China, actually. Hola, друзья! Hola, what's up? Итак, добро пожаловать в наш неожиданный влог без подготовки, без постановки. Нави приготавливает пищу, маринует что-то. Вот, и сейчас мы пойдем на пляж, как обычно мы ходим на пляж здесь каждый день на закат. Хочу взять с собой камеру подводную туда. Так, все у нас очень пыльное. Давно не юзанные. И все порты в пыли, да, и сухие. Надо смазать. Да, очень опасная эта вещь. И самое главное здесь не утопить камеру. Потому что камера не очень дешевая. Так, откручиваем микрофон. Также надо снять лямки. Все, и главное теперь убедиться, что достаточно батареи, что она полная. И что он глючит, не включается. И что есть флешка. Все, работает. Прикручиваем площадку специальную для бокса. Только для этого нужна монетка. И вот единственный минус, что во Вьетнаме нет мелочи, это то, что нельзя откручивать и прикручивать. А так вообще очень круто без мелочи в карманах быть, и что есть только бумажные деньги. Но есть нож. It's okay. It's на объектив я надел вот такой вот. Для фокус, для зума с помощью вот этого. Это Богдан. Он из Одессы. Ого! Профессиональное оборудование, я к такому не готов. Мы еще подготавливаем почву. Этим убить нельзя? Можно. Цветочки. Все, пошли мы на пляж. Долго я готовил камеру, что уже темно стало. Уже настал рассвет. Ну ничего, может, в полумраке будет что-то прикольное. Сейчас покажу вам дорогу нашу. Туда бич. Вот через. Здесь у нас шлемы есть. Можно приходить, выбирать любой, либо кокос надевать. Деньги за аренду просто внизу ложишь, так. Да. Дальше все. Здесь у нас бассейн тоже. Вот. Здесь надо пройти сначала такую территорию. Вон, в принципе, уже видно вон закатик и море. То есть идти, по сути, минут. Несколько минут. Только через забор тут надо пролезть. Там птицы какие-то белые летают. Огромные. Сейчас покажу дорогу, и через месяц тут просто это. Туристы. Конвейер, везде такой, ходит. Билетер стоит такой, так, пожалуйста. Два задняя дверь, два, пожалуйста. Притом наш.
не вьетнамец. Тут пролазим. Вот так. Надо было сделать по типу телепорта. Стали там перед забором. Лёг, и можно здесь. Лёгким движением рук. Здесь прикольное место вообще прогуляться, тоже классно. Такое. Так, здесь еще челлендж. Через реку переход. Так, еще из касл. Закат. Нужно поторопиться. Заката так, как такового-то и нет. Просто немного покрасневшее море, но спокойное. Солнце, и оно куда-то уходит. Как такового заката нет. Есть какой-то. Была, не была, попробуем что-нибудь снять. Просто соскучился по этому ремеслу. Сегодня монтировал видео для Яндекс.Дзена, но со старых съемок увидел подводные съемки красивые и снова соскучился по этим съемкам. Плюем. Растираем, чтобы не потело. Это лучше всяких спреев. Следим за камерой. Ну и главное 100 раз перепроверить камеру, чтобы она работала. Потому что если она протечет, то бай-бай, 130 тысяч рублей. Поехали. Так, доброе утро. Сейчас мы пойдем делать фотосессию в бассейн. Я бокс еще не разбирался вчерашнего дня. Так что пойдем полчасика поснимаем, попробуем первый раз. Как там водичка? Надеюсь, прозрачная, чистая. Хотя есть какая-то муть. Холодная вода. Почему-то в бассейне холоднее вода, чем в море. Hawaiian. Go to the sun. Вот, смотрите, что еще купили. На GoPro зарядку.
двойная и батарея, так что теперь будем снимать. Можно снимать бесперебойно на GoPro. И флешка еще 128 гигов. Поехали на рынок. Покажем вам самый главный рынок Фукуока. Время 12, конечно, лучше пораньше ездить, чтобы рыба свежая была. Сейчас ее там уже, наверное, практически не будет. Да, и цветы вон цветут. Розовые. Цветуки. Красные. Цветуки. Цветы. Так, это все выше на $2. Fish. Эй, да, вот это за 60 тысяч наша любимая рыба стала. 2 kilos. А кальмары килограмм за $3-4. Курица сегодня снова только замороженная. Но иногда бывает свежая. Ну, грудка имеется в виду. А вот такие обычно продаются свежие. Другие части они любят. Рынок под мостом. Какой бы у нас стол не был, нам всегда недостаточно стола. Теперь у нас тут 3 компьютера. So messy. Хорошо, что у нас здесь стол еще есть. Курятина. Овощи. Кальмары. Рыба. Еще курятина. Мими. Мими. Счастливый кот. Теперь только что и делает. Поест там, поест тут. Здоровый уже стал какой. Какой здоровый. Здоровый какой. Имбирь, чеснок, лук, кальмары и соевый соус. И... Вот это каламансия. Азиатский лимон. Я положил рыбу и говорит, что ты ее ешь? Это же на ужин. Это рыба. Это рыба вкусная. Ола, друзья, ола. Итак, сегодня у нас пятница. Мы собираемся пойти поснимать бамбуси в бассейне под водой. Дождят... Ой, солнца мы так и не дождались. Второй день уже я жду солнца. Но так его и не было. Вот, еще, возможно, поснимаем для стоков Нави, как она плавает. Потому что в прошлый раз мы снимали фото, а сегодня поснимаем видео. Именно... для продаж на видеостоках. Вот так. Ну и будем заниматься сначала спортом. Погнали! Ха-ха-ха!
Спасибо, Свиток. Богдан! Синчао. 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 Ва! Синчао. О! Но папараси, но папараси. Мари. Да, вот такие тут цветочки прекрасные. Цветут. Здесь вон пруд готовят. Fish. С рыбами коя. No, they're getting bigger and bigger every day. Да, быстро растут так. Last time we were here, this was... Так, где наш зал? Мы обычно разминаемся в бильярд сначала. Мой танец просто с GoPro. It's for you. Все, Нави в бассейне, засовываем GoPro в бокс и расчехляем камеру и ждем Богдана. Будем делать супер подводные съемки. Все, погнали. Почапали. Надо, кстати, плевать, чтобы не разводов не было. Типа вода, чтобы стекала. А GoPro можно, чтобы вода стекала, можно просто облизывать. Все, закончили мы. Так, спину что-то я себе вывихнул. Так, устали, уже час дня. И как поехали мы домой, как Нави сказала, eat, sleep, repeat. Eat, sleep, repeat. Что означает есть, спать и повторить. Eat, sleep, repeat. Навин девиз. Да, Юли, да? Да, да! А for me, eat, sleep, eat it. And repeat. Что переводится спать, есть, смонтировать и повторить. Все, мы дома. Теперь Нави готовит рыбку. Едим мы сейчас в основном дома на покупке. У нас есть кухня. Все покупаем продукты, сами делаем. Ну, Нави все время готовит. Так, ну и садимся работать. Работа не ждет. И основной день
принципе, он проходит вот так. То есть у меня уходит на монтаж где-то не менее 5 часов в день. Я сижу за компьютером точно. В основном это больше 8 часов. Вот. Поэтому это выходит так. Но я это не показываю, потому что это выглядит довольно-таки скучно. Вот, ну и в перерывах, там, не знаю, что-то поделать. Свежим воздухом подышать, поплавать. А в основном, да, нужно монтировать, на монтаж уходит много времени. Сейчас пятница, и надеюсь, к воскресенью вот этот выпуск я сделаю. То есть мне нужно 2-3 дня, чтобы сделать выпуск. Плюс нужно сейчас загружать контент на Яндекс.Дзен, что тоже по пару часов, наверное, в день уходит на это. Что-то загружать нужно в Инстаграм, в сторис, вот. Ну и монтаж. В основном монтаж, да, это такая довольно кропотливая работа. И нарезать еще на стоке. Вот, потом это перекодировать в меньший формат и загрузить на Navi на ноутбук. И Navi уже прописывает хэштеги. Вот, сейчас покажу, что она прописывает. Так, ну и так, вот мое портфолио, например, на стоках. Вот. Основной заработок, про который я говорю. Вот, все, что я загружаю на YouTube, я еще загружаю сюда параллельно. Прям отдельно я уже особо не снимаю. Вот. Вот, например, Ральф принимает душ. Вот. Ну и люди могут покупать это для своих продакшенов. Какие-то видеостудии, телевидение может это купить. Здесь вот лица не видно, например, можно кого угодно поставить под этот футаж. Вот. И вот цены 179 долларов, 79, 65. Но мне идет только маленький процент от этого. То есть это идет в основном все для сайта. В HD 79 долларов. Ну и там, наверное, с продажи долларов от 10, там, ну, по-разному бывает сейчас, по-разному. Может и доллар прийти, может и 70 долларов прийти за одну продажу. По-разному. Вот. Navi сидит, например, с севера. Вот мы на север Вьетнама, когда мы на байках ездили. Все сюда потихоньку загружаю. И работа эта непростая из-за того, что нужно прописать. Вот смотрите, вот это имя, по которому можно найти футаж на английском. Это все делает Navi. Вот. И вот эти все хэштеги. 50 хэштегов, до 50 хэштегов нужно тоже сделать. И все еще сюда загрузить нужно. Правильно скодировать, подкрасить немного. Вот. Она делает вот приложение наподобие. Stock Submitter. Вот, ты его открываешь, и вот сюда прописывается название, описание. Выбрать нужно категории каждому файлу. И вот 42 ключевых слова. И прикрепить еще релиз. Модель релиз – это документ, который дает разрешение на загрузку. То есть каждый, кого я снимаю, они должны дать мне свое разрешение, чтобы я их загрузил. Вот Ральф сделал подпись, все дела. У Богдана все время забываю взять тоже. Ну, а я работаю в Premiere Pro. Navi этим занимается, я потом просто загружаю, а сам я нарезаю файлы, монтирую. Да, теперь нужно все скинуть все, со всех флешек весь материал, собрать это все вместе перед тем, как начать монтировать. И все нужно отсмотреть, это тоже занимает время. К тому же нужно следить за тем, чтобы батареи были всегда заряжены, флешки были всегда очищены и форматированы. Вот, и это все, да, тоже отнимает время, за этим надо следить. А пока пойдемте есть. Ями. Остатки для собачки или кошки. Все, и вот теперь самое сложное — включиться в работу. Потому что после того, как поел, хочется прям лечь и все, и спать, и отдыхать. Вот. И вот здесь, когда работаешь сам себе, когда сам себе режиссер, то нужно вырабатывать дисциплину. Да.
принципе, никто надо мной не стоит, я могу пойти и спать сколько угодно и ничего не делать. Но ты сделаешь так раз, два, три, и в итоге все твои дни станут ленивыми, и, ну, и не будет уже такой жизни, не будешь зарабатывать и так далее, и развиваться. Вот, поэтому здесь важна дисциплина, да. С одной стороны, никто не стоит над тобой, но с другой стороны, когда я там работал на телевидении, над тобой стоит босс, и ну, у тебя нету просто выхода. Ты поел, идешь дальше работать свои 8 часов, и потом возвращаешься домой, и все, и ты как будто все оставил на работе. А здесь же минус в том, что ты это все берешь с собой. И когда ты закончил работать, ты все равно продолжаешь думать над контентом, думать, что снять, и у тебя в голове это постоянный процесс, который немного психологически давит, поэтому есть тоже свои минусы в этом. Вот. Но для меня плюсы все равно перевешивают, и мне нравится. И это, наверное, самое лучшее время, именно такое, когда оно стало таким свободным. Самое лучшее время в жизни, я могу сказать. Поэтому я еще подбадриваю себя кофе. Вот можно как раз время второй раз попить кофе, чтобы немного проснуться опять. И сидеть мне лучше без дневного сна, мне больше нравится. Просто пораньше спать, лечь уже часов 8, пойти посмотреть серию какого-нибудь сериала одну и с нами, и потом уже спать. Вот. Вьетнамцы же, они наоборот, днем спят вот сейчас, а потом они просыпаются и опять работают допоздна, вот, и с раннего утра до обеда, и опять с обеда допоздна. Но мне больше нравится, как на Филиппинах, да, с раннего утра просто до вечера, без сна, и потом просто пораньше спать лечь и пораньше проснуться. Вот Нави работает, смотрит вот Мими, кошечка, и делает название. Название, описание, хэштеги. How long you do? 1 file average. Где-то пару минут на один файл уходит. Вот. Но я вот это 196 файлов. То есть в течение нескольких дней она сделает. Ну, она тоже целыми днями так не сидит. Так же, как и я монтирую. Постоянно просто отвлекаюсь на что-то. So I cannot think of anything another, so I will proceed here. Вот, но что мне нравится Нави, как делает, что она, когда садится, она вообще ни на что не отвлекается. Ей даже что-то говоришь, она тебя не слушает. То есть она полностью в процесс окунается, и все вот так надолго. Вот. Меня же постоянно все что-то отвлекает. Какие-то уведомления на телефоне и так далее, постоянно перескакиваю на какие-то другие еще задачи. Богдан, директор. Аквалангист. Юный аквалангист.